Здравствуйте, меня зовут Александра Вадимовна, я косметолог, и сегодня мы поговорим о, наверное, самой основной, главной мышце, которая отвечает за овал лица. Это грудино-ключично-сосцевидная. Начнем с того, что она начинается от грудины и ключицы и прикрепляется к сосцевидному отростку. Это такой костный выступ за ухом. С рождения его нет, и он появляется только в процессе сосания, поэтому и называется сосцевидный. Бывает так, что, скажем, от состояния этой мышцы зависит, насколько выражены кольца Венеры на шее. Они, хотя формируются с рождения, но все равно мы можем определенным образом остановить углубление, формирование этих колец и сделать так, чтобы наша шея выглядела молодой и красивой. Вот. Бывает так, что кольца эти несимметричны с левой и с правой стороны, разный между ними промежуток. Это зависит от того, что мы от привычек. Там, спать на каком-нибудь боку, держать телефон между ухом и плечом. Вот, либо каких-то костных смещений, то есть причины разнообразные. Под этой мышцей, кстати, вот ее видно, находится очень много лимфатических узлов, сосудов, артерий, вен там проходит много. И при сокращении, при спазме этой мышцы происходит сдавление этого сосудисто-нервного пучка, вследствие чего нарушается питание, кровоснабжение, отток лимфы от головы и шеи, и мы получаем отеки. Вот. Что делаем в домашних условиях? Да? Мы находим эту мышцу и можем ее... Сначала лучше разглаживающими движениями, просто погладить, расслабить ее с одной и с другой стороны. Затем поработать с прикреплением. То есть вот уходим за ухо, находим вот этот костный выступ и начинаем его хорошенечко разминать. Вот. Также грудинную ключицу разминаем и саму мышцу. Здесь может быть болезненное ощущение. В таком случае мы просто останавливаемся в точке, где есть болезненность, и остаемся до того момента, пока не пройдет болевые ощущения. То есть на мышцу мы не давим сильно. То есть так как она спазмирована, наша задача ее расслабить. Вот. Такой момент еще, иногда могут появляться брыли. Что такое брыли? Не обязательно бежать там делать уколы, да, какие-то подтяжки, достаточно просто поработать с грудино-ключично-сосцевидной мышцей. То есть брыли — это что такое? Это напряженная спазмированная жевательная мышца и накопление тканей в окружающих тканях, да, тех, которых вот около подбородочных, скажем. Вот, все происходит от того, что недостаточный отток. Поэтому как можно чаще проминаем прикрепление, саму мышцу, и улучшаем лимфоток тканей. Кстати, наличие, например, угревой сыпи, также жирность кожи, лица и головы, тоже зависит от того, насколько у нас хорошо работают лимфатические ткани. Вот. И насколько расслаблена эта мышца. Всем хорошего дня, да? Новых встреч!